Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Clash Royale. Так, деньги достались мне. Ох ты, сборщик эликсира, лучницы. И все на этом. Давайте еще откроем сундучки. Так, монетки. Мортира. Боевой таран. И последний сундучок у нас здесь. Так, опять монетки, кристаллы, огненные духи и орда миньонов. Что ж, уже получше. Что у нас здесь доступно? Голем эпический. Так, можно улучшить. Давайте сделаем. Так, я еще могу, да, за 40. Но хочу голема приобрести. Не знаю, хорошая карта это или нет, но пускай будет. Кстати, я могу улучшить миньонов, да? Оу, 1000 не хватает. И ведьма у меня на улучшение там идет. 150. Информация. Медленный, но крепкий. Нападает только на здание. При уничтожении взрывается, превращаясь в двух големчиков и нанося урон. Это хорошо. Так, что мы тут получили? Ну, пока ничего хорошего. Всего два сундука у нас здесь. Так, ну что же, давайте сыграем с вами. Ищем противника. И кто у нас здесь будет? Мастерская строителей, 6-я арена. Ох, понеслась. Хотел 2 на 2, ну да ладно. Давайте начнем вот так вот, потихонечку, издалека. Сейчас стопудово... Ага, вот он кого. Давайте-ка, валькирии, загасим этого мага. Слушайте, сейчас чувствую, он кому-нибудь на меня отправит. Орда миньонов. Летит, 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 но мы его сейчас встретим здесь. Ах ты, блин, смотри, что как хитро сделал. Ёлки-палки, куча скелетов. На мою кучу. Ну, вроде бы пока ничего. Кстати, у него башня сейчас скоро рухнет. Ну-ка, гоблины, добили. Чёрта с два не добили. Блин, шар. Давай быстрее, стрелок. Блин, неужели уничтожат меня, а? Ай-яй-яй-яй-яй, как это печалька. Блин, надо как-то уравнивать шансы, а? Ё-моё, еще и рыцарь на коне. Так, будем дефить его. Ну давай ты своих этих скелетиков-то, где они у тебя, вот. Блин, он заморозку сделал. Так, валькирия, давай добивай. Все, отлично. Блин, как же мне ту башню-то уничтожить? Шар отправить, может быть. Давайте вот так вот попробуем. Ну, естественно, маг сейчас будет уничтожать моих гоблинцов. Как ни крути. Плюс орда миньонов вылетела. Чем мне отпор-то тут? Давайте вот так попробуем. Ну что ж, пока вроде неплохо. Ничья у нас идет. А мы вот так попробуем сделать. И он шар отправил, а? Хорошо, хоть миньоны были какие-то у меня. Оу, второй шар. Видимо, у него зеркало было, да? Ну, отлично. Ну что же, пока мы ведем. Так, маг, маг этот. Черт, рыцарь, давайте быстрее дефить. Давай, давай, скелетики, работайте. Блин, опять он выслал шар. Миньончики мои, ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Все, отлично, молодцы, 13 секунд. Ну-ну-ну, все, ребят, победа за нами. Тут уже не выкрутится ему никак. Фух, поздравляю нас. С первой победочкой, Мурило. Угу, получаем серебряный сундук. Ну что же, давайте, наверное... попробуем вот так вот сыграть. Посмотрим, что у нас из этого получится.
легендарная арена Хавена. Ух, ну что, лишь бы напарничек мой не ступил. Удачи, он, вражина мне кричит. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Слушайте, а яд уничтожает всех? И наземных, и воздушных, или только наземных? Подскажите мне, пожалуйста, чтобы я уже на будущее знал. Так, он отправил на меня шар. Черт, он еще и сделал ускорение. Черт подери, по-моему, все, сейчас разнесут нам. Оу, воу-воу, как жестко все. Да. И Пека там, смотрите, бомбит, а. Смотрите, вызвал он этот ураган. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, бомбать. Отлично, пока ничья. Пока у нас идет ничья. Ну, ничего лучше я не мог придумать, только вот так вот валькирии как-то прикрываться. Но, как видите, это нам не помогло. Оу-оу-оу-оу, тихонько-тихонько. Черт, а вот этот вот здоровяк, это уже хуже. Это уже очень плохо. Но мы справились. Я буду его этими гоблинцами, которые у меня выходят из домика, просто, как говорится, нервы ему компенсировать. Черт, и шар, и дракон. Ну-ну-ну-ну, все, отлично, не дали возможности подобраться. Так, осталось только лишь... Блин, бедный мой лучник. Заколбасили его. Ну что же, напарничек вроде бы... Оу-оу-оу, вот это вот плохо. Черт, смотрите, что он творит. Что он вытворяет? Блин, мне придется так делать. Как быстро у меня дохнут скелеты от этого яда, а? Вызвал у него даже две пеки здесь. Один маленький, другой большой. Под ускорением он еще их отправил. И шар. Слушайте, ну, по-моему, здесь все. У него шансов нету. Все свои резервы он потратил. Эти два лучника нам, в принципе, ничего страшного не сделают. Да, ребята, победа за нами. Что ж, я считаю, довольно неплохо было сыграно. Я получаю золотой сундук. Активируем. Ух, ну что же. Одиночку сделать? Давайте одиночку. Не ахти, не ахти, конечно, у меня рука сейчас в данный момент. Но, как всегда, начнем издалека. Группа миньонов вылетела, да? 7-го уровня у него. И гигантский Пека. Под ускорением. Блин, хреново это все. Очень плохо, ребята, очень плохо. Потому что этот гигант, его пока разберешь. Плюс он прикрылся гоблинами-стрелками. Нет, моей башне, по-моему, крышка, да. Башню разнесли. Причем довольно быстро. Кто там он? Валькирию вызвал. Ну что ж, Валькирия на Валькирию будет. Надо бы хотя бы сравнять счет. Вызвал миньонов. Ну, они, понятное дело, сейчас расколбасят, а мы... Вот так вот сделаем. Ну, долететь-то они явно дело не долетят. Он сейчас, наверное... А, он вызвал дракончика. Я думал, он будет стрелы тратить. Нет. Ничего подобного. Ну что же, давай, стрелок, обороняй. Ё-моё, опять этот гигантский Пека. Дефим, дефим, дефим его. Так, нормуль. Успеет гоблин у меня добомбить, нет? Чёрта с два, он этих
гоблинов-стрелков вызвал. Ну давай, подходи сюда. Ай, валькирия на валькирию, блин. Очень хорошо он держит оборону, ребята. Очень хорошо, он мне не дает просто никаких шансов. А время уже поджимает. Может шар... Оу, пека вышел, блин, хотел только отправить шар, а. Так куда разогнался? Черт подери, блин. Чуть-чуть бы мне подзадержаться, и у меня бы все было бы в уцели. Что случилось? Только вот не эти узбеки, а. Блин, шайка-лейка выбежала. Фак, и тут еще миньоны. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Смотрите, какая суета здесь началась. Черта с два. Разбомбил. Как-то уже довольно быстро и ловко это все вышло. Я даже не успел среагировать. Ладно, продолжаем. Давайте-ка домик поставим. Он вызвал ведьму. Тогда давайте тоже вызовем. Так, да что у них за мода пошла на этих копейщиков, а? Вы заметили? Я так лично очень хорошо заметил. Ну что же, тут вроде бы... А, вау-вау-вау-вау, выпустил. Хе-хе-хе. Забомбили. Довольно неплохо. Черт, сейчас моих скелетов всех покрошит. Ну тогда давай валькирию на валькирию, почему бы и нет. Ох, валькирия еще прикрывается копейщиками, это должно быть очень хорошо. Ты смотри, блин, не долетит мой шар. Зря его, конечно, сейчас поставил. Сглупил в очередной раз. Ладно, этих мы сейчас отобьем. Здесь забомбим. А вот дракон... Блин, был бы у меня дракончик, было бы все намного лучше. Но у меня, к сожалению, его нету. Причем вообще его никогда не было. У всех он есть, кроме меня. Так, здесь очень довольно неплохо произошло у нас все. Мы все-таки отбили. И я чувствую, он копит себе манну. Ага, вот так он сделал. Давайте, наверное, тоже валькирию тогда. Черт тебя подери. Не успели добежать. Блин, давай так тогда сделаем. Ай, совсем маленько не хватило. Дожать, да прижать, так скажем. Ну, он еще и этих гоблинов. Сейчас они мне тут и разнесут все. Да, не айс. Давайте попробуем шаром. Что он там вызвал? Валькирию? Угу. Плюс копейщики. Успеем, нет? Ну, добей! Отлично, успели добить. Так, осталось только продефиться. Продержать, так сказать, оборону. Ну, что-то мне подсказывает, что никаких шансов здесь нету. Эти стрелки... Гребаные, блин, нервируют меня. О, еще и валькирия вышла. Че выставить, ума не приложу, блин. Так, дракончика валите, валите дракона. Шикарно. Дополнительное время, минута. Так, давайте-ка валькирии снесем ведьму. Опять он высылает гиганта. Значит, он будет его прикрывать. Чем вот только, мне интересно знать. Стопудово сейчас вызовет каких-нибудь летунов. Ну, пока никого не вижу. Ага, рыцаря он вызвал. Ладно, давайте вот так будем делать. И придется нам миньонов в помощь высылать. Черт, вот эта каша тут происходит. Оу, воу-воу-воу, вообще жестяк. Смотрите, валькирия там бомбит домик гоблинский.
Уничтожила она его. Ну, что же, как говорится, была не была, ребята. Все резервы бросаю. Но, по-моему, здесь будет ничья. Мне такое чувство. Ну, черт подери, чуть-чуть буквально, ребят, не хватило. Ладно. Ничья так ничья. Ну что ж, давайте поехали в очередной бой. Сой. Начинаем с домика, как обычно, по стандарту. Угу. Великан. Дело дрянь, ребята. Великан прикрывается магом. Хреново. Скелетов высылать сюда — это бесполезно, он их разбомбит. Черт подери, блин. Валькирия, ну что ты там? Нет, 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 расфигарит. Сейчас этот маг будет тут давать жару, а? Еще и пека у него. Все очень печально для меня здесь. Я всегда заметил, когда высылает великана, обязательно его чем-то очень мощным прикрывает. И, как видите, либо это маг, либо какая-нибудь воздушная поддержка. Так, ладно, валькирию мы снесем. Но у меня башня, грубо говоря, держится на соплях. Опять великан пошел, а? Ну и, как я и предполагал, под прикрытием мага. Тут надо сносить мага. Черт! Нет, не успел. Не успел он мне снести башню. Погнали, вот так вот сделаем. Может быть, успеем все-таки забомбить башенку. Так, он вызвал миньонов. Есть, башню мы снесли, отлично. Валькирион отправил. Так, кого-кого, блин, ну давайте, давайте, давайте. Миньонов. Только миньоны нам здесь помогут. Ай, сейчас сравнять, нет, пока еще не сравнял. Сорок семь секунд. У нас времени. Нам главное продержать оборону. Ну, если у него сейчас есть какие-нибудь стрелы или еще что-нибудь, то, конечно же, он бомбанет. Обязательно бомбанет. Так, валькирия занялась магом, поэтому можно великана смело гасить. Не подпускать его. Ух ты! Ну тут я... Оу! Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Блин, давайте хотя бы ведьмой. Хотя бы ведьмой будем покрываться. Ну, 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 давай, давай, давай. Только не подлетай. Отвлекаем, чем можем, ребята, чем можем. Ух, все. Победа за нами. Но бой был довольно интересным. Так, еще мне нужно две победы, точнее две башни снести, чтобы я мог получить королевский сундук. Ух, ну давайте глянем, что у нас тут. О, ледяной пик. Ага. Давайте вот так вот сделаем. Начнем опять же издалека. Пока у меня ведьма как раз накопит скелетиков. А напарничек, я смотрю, спит, да? Напарничек, как всегда, спит. А нет, очнулся. Так, смотрите. Маг, пека. Ё-моё, рыцарь. Вот это вот дело дрянь. И там еще бомбардир, который будет бомбить. Кисло, все довольно кисло. Идет, блин. Так, у него, смотрите, дракон какой есть. Дракон-поджигатель. Тут вот скелетики. Ну, скелетики — это, в принципе, ерунда. А вот миньоны — это уже плохо.
6 уровня. Слабенький, в принципе, но... Оу, ничего себе на ту армику. Давай, давай, стреляй стрелами. Что ты тортупишь? Молодец, Малорик. Не подвел. Слушай, что у него за карты какие-то? Не пойму, блин. Духи эти огненные. Не буду я пока отправлять. Вот так вот сделаем. Ага. Всадник на кабане, значит. Плюс бомбардир. Оу, щит. По-моему, башню нет. Пока еще держимся. У него, смотрите, лего. У моего напарничка-то лего, оказывается, есть. Ну, я не знаю, получится ли у нас что-нибудь. Так, оу, сейчас добомбят, да, гоблины. Все, они сделали свое грязное дело. Валькирию сожгли. С этой стороны он вызывает рыцаря. Давайте вот так вот. Черт подери, блин. Так, время очень мало, 43 секунды. Я не знаю, что у нас из этого получится. Нам бы хотя бы сравнять счет, что очень маловероятно. А нет, сравняли. Пока все хорошо. Я даже не знаю, что сделать, а. Блин, тут идет целое... Оу, какое нафиг ускорение. А это что было ускорение, мое или вражеское? Ну что, на ничью? А, дополнительное время будет же. Все, тут понеслась заваруха конкретная, блин. И у башни 249 хп. Вот я, в принципе, так и думал, что он сделает именно этими вонючими гоблинами. Да, проиграли. Ну, как говорится, всякое бывает. Надо еще одну башню бомбить. Как ни крути. Котяра. Котяра 0.93 против нас. Одесса мама. Угу. Значит, маг и ведьма. Начинает сжечь. Так, скелетов здесь бесполезно. Да, в принципе, и шар тоже бесполезно. Оу, еще и конник. Черт подери, сейчас разбомбят моих этих скелетиков. Он еще и вызвал своих. Без шансов здесь, ребята. У меня просто не под это все заточено. Не под такие вот армии. Скелеты 8 уровня. Ха. Копейщики 9 уровня. Да, слишком сильно прокачанный персонаж мне достался. По максимуму, грубо говоря, у него все раскачано было. Так что тут шансов у меня было мало, очень мало. Жалко, мне не дают домик первым ходом. Валькирию он вызвал. Ну давайте... Ой, Валькирию, ведьму. Конечно же, он вызвал ведьму. Валькирию вызывать буду я. Так, давайте-ка дефить этого гиганта, великана. Так, замочили. Отлично. Ну что, дракончик, пора тебе баньки. Так, довольно неплохая комбинация. Сейчас еще гоблины будут ему компенсировать мозги. Опять он вызвал мага, а? Я вот не знаю, или шар. Давайте попробуем так сделать. Так, побежал скакун. Здесь мы его перехватываем. Что делает, а? Что вытворяет? Ну давай, ведьма, не тупи, главное. Все, замечательно. Осталось только лишь забомбить эту башенку.
Опять дракон, а? Опять этот дракон вылетел. Ну-ка, если мы так сделаем. Оу. Ну, здесь мы, в принципе, разбомбим этих скелетиков. Все здесь хорошо получилось. Давай быстрее, миньончик там стрелами, гад, заколбасил. А вот так вот, если мы сделаем, что получится из этого? Все, разнесли. И осталась минута. Ребята, минуту нам надо продержаться. Дефим этого толстяка. ХП у наших башен пока нормально, должны продержаться. Замечательно. Так, дракончик, да, значит, ведьма-дракончик. Черт, давайте миньонов вызывать. Тут только они помогут. И он вызывает рыцаря, который бежит на всем скаку. Бац, и снес почти пол ХП. Фак, все-таки он разнесет мне башню. А нет, смотрите-ка. Но зато маг это сделает. Не, нету шансов. Тогда все, ребята. Можно сказать, авансом победа наша. Хотя еще рано радоваться. 10 секунд, блин. Такая заваруха. Ау, фак, фак. Не дай бог он сейчас ударит. Черт подери, а. Ты посмотри. Ты посмотри, что он сделал. На последних секундах мне снес все-таки, блин. Оу, еще и этот вышел. Давай, давай, быстрее, шар. Успеем, нет? Пока мой шар там долетит, пока он там ударит. Ну, черт нас два, ребята, вот. Это была моя большая ошибка. То, что я сделал именно так. Сами прекрасно вы поняли, да? И я прекрасно понял, где я накосячил. Ладно, давайте вскроем. Ну, что еще? Гоблины, скелеты и лучницы. Так, боевой таран. Что-то зачастил он. Ну, наверное, можно, наверное, еще один бой сыграть. Так, поехали. ДКМ Виктор против нас. Оу, это что такое? Вот таких я еще не видел. Тройные лучники. Ой, лучники, тройные стрелки. Ну-ка, валькирия, давай, махай. Шикарно. Фига не сносят. А тут как? Ну, тут вяленько, но зато он их прикрыл миньонами. Черт бы его побрал. Да вы смотрите, как они сносят очень быстро. Да. Слушайте, а что это за стрелки такие? Тройные, блин, сразу трое. Это с какой оперы у нас ребята вылезли-то? Так, конник плюс маг. Черт бы его побрал, а. И валькирии нету, никого нету, блин. Дело дрянь. Очень хреново все. Давай этой валькирии, ну. Она уже, в принципе, здесь и не нужна. Давайте так попробуем. Нет, погодите-ка. Вот так мы сделаем все-таки. И шар отправим. Хотя он сейчас, наверное, миньонов вызовет. Нет, он вызвал опять этих долбанных стрелков. Ну-ка, сколько отнимет? Да, они еще при этом довольно жирные. Ё-моё, смотрите, все это было сделано специально. Чертов шар. Как говорится, мне бы хотя бы сравнять шансы. Так, значит, еще время есть, ребята, еще время есть. Но у меня на главной башне меньше, чем половина ХП. Не знаю, как мы будем отсюда из этой ситуации выкручиваться. Так, смотрите, у него в кармане был большой пека, который очень... О, еще и рыцарь же у него. Ёлки ты палки. Оу, смотрите, что тут происходит.
Что тут творится? Ай, жесть. Так, ну хорошо, Валькирия хоть там немножко мне подсобила. Очень даже хорошо это было сделано. Неужели опять на ничью мы идем, ребята, а? Или будет дополнительное время? Я уже что-то не помню. Ага, дополнительное время дали. Минуту. Так, ну что, Валькирия, сможешь ты? Ой, Валькирия. Ведьма. Нет, конечно же нет. Скелеты, конечно же, скелеты все тут разбомбят. Так, давайте быстрее дефить, скелетики мои. Готов, огурец. Куда ты, блин? Ну, давайте, ну забомбите вы, ё-моё. Так, чертов маг, блин. Фак, 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 фак. Как-то глупенько, глупенько все вышло. Давайте вот так вот. Надо сейчас защищаться. Черт, вот это наплыв, вот это наплыв. Фига он меня прожал. Да, не хватало буквально мне Валькирии в тот момент. Ну, а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих сериях. Все, всем пока и до скорого.